Лечение сахарного диабета требует жестко контролировать жиры в продуктах питания. Иначе возникает проблема, нарушается обмен жиров, появляется атеросклероз сосудов и очень опасные для жизни осложнения в виде смертельного инфаркта либо инсульта. Ну, на тему сахарного диабета написал уже не одну брошюрку, вот, опубликованные. Вот. Но суть в чем? Вам для лечения, для того, чтобы выйти из проблемы, необходимо сделать, не постоянно лечиться. Вам нужно сделать одно, вам нужно восстановить работоспособность печени, устранить инсулинорезистентность печени. Когда печень начинает участвовать активно в углеводном обмене, сахарный диабет уходит, потому что уровень сахара в крови возвращается в комфортные пределы нормы. Что вам нужно сделать для того, чтобы лечение сахарного диабета было не бесконечным, а все-таки имело какую-то определенную перспективу? 3-4 месяца приема формул здоровья приводит к тому, что инсулинорезистентность печени уходит, и вместе с этим исчезает сахарный диабет второго типа. Если вам действительно нужно лечение сахарного диабета, найдите ссылочку «Комплексное лечение сахарного диабета второго типа». Там вы найдете всю необходимую вам для этого информацию.